Сегодня, как и договорились, мы обсудим текущую ситуацию в экономике России и ключевые тенденции. Кстати говоря, устойчиво оказались выше ожиданий. Негативные тенденции в экономике. Так по-прежнему. Сейчас поговорим поподробнее. Здесь есть нюансы. Последнюю неделю месяца торговый оборот снизился даже в номинальном выражении. Предлагается сделать для стабильной работы потребительского сектора, для его поступательного роста. Обращаю внимание и правительство, и Банка России. Давайте обсудим все эти вопросы.